Собираются все друзья. Поет это Ирина Аллегрова вроде. Точно. Красный-красный. Это Ваня поздравляет. На тебе. Красный. У меня тоже красный. За мной Александр, да? Ну, не знаю, я уже на базе. Ну нет, мы еще не добрались, он Паша впереди меня едет. Так я говорю, вот, Александр. Ага. Ваня, спасибо, да, спасибо. Спасибо, дорогой мой. Тормозим. Ваня, а, Токси, я говорю. Ага, вижу красный. Красный. Зеленый. Артём, привет. Под ней-то не, под, не подставляется. А, вот всё надо. Все, я загрузился, выезжаю. Ваня, Токси, Галина Адриановна, который... Спасибо тебе, да. Благодарю тебя. Тебе тоже всего самого хорошего, всего самого доброго. Да. Скоро ретро-ФМ так хорошо. Но ваша музыка тоже не важна. Ретро-ФМ я люблю очень, Илья. Я вот в реальной жизни в машине у меня постоянно включена. Ну да, ретро-ФМ. Она такая, хороший канал такой. Да, вообще классный канал, да. Такие новостные, эти, как сказать-то, вставочки буквально по 5 минут, да, они каждые полчаса. Не напрягающие. А в основном музыка какая-то. Санёк, привет. Дела замечательно. А что-то у вас это, прикиньте, пустые прицепы без экскаватора. Да, не знаю почему. Чего я теперь желаю? Только я свой вижу и все опять. Я как... тоже свой вижу. Это как в тот раз. Мы также везли эти самые. А, то есть пустой этот трал, да? Ну, только свой видишь и все опять. А других не видишь. Но... Интересно, почему вот так вот тоже? Илюха, что-то там... Большую ложку ты мне даришь для праздничного стола? Слушай, я это самое... Вообще-то на этом деле как бы... очень просто к этому делу-то отношусь, понимаешь? Так что как бы... Илюха сделал затор. За большую ложку. Уедем. Коля, привет. Ну давай вытянемся там где-нибудь, встанем. Привет, привет, Коля, спасибо. Да, и тебе того же, да. И тебе там, того же. Спасибо, Коля. Это, блин, на Котку нам едем? На Котку. Да, Коткова. Финляндия. Александр? Да-да? Я вас хотел поздравить с днем рождения. Что-то очень плохо слышу как-то. Это я кто говорит? Я хотел вас поздравить. Это кто говорит? Иско какой-то. Ага, что-то я его очень плохо слышу. Спасибо, дорогой мой, да. Тебе тоже всего хорошего, да. Благодарю тебя за поздравление. Так, Дмитрий Антошков. Привет. Привет. Дмитрий Антошков передает привет конвою всему, ребят. Спасибо. Где-нибудь спасибо, так встанем, мы вытянемся спасибо, нам на обочину. Я-то город сейчас выйду и остановлюсь. Это да. Куда едем? Спасибо, Дима. Котка. Едем мы в Финляндию, в Котку. Котка? Город Котка. Так, Саня, он говорит, а завтра уже и у меня день рождения, городничев. Вот, одни праздники.
Не говори. Как у вас там с погодой, Александр? С погодой? Да как-то... Что-то снежок наперемешку с дождиком вот вчера. Ну, у нас так же вот. Да, и сегодня что-то такое непонятное. То вроде солнышко выглянет, то опять... +2 у нас. Затянет все. Не, у нас сегодня, по-моему... Вот утром я, когда любимую женщину увозил на работу, вообще ноль был. Угу. Я остановился. Вообще был ноль. Но сейчас, по-моему, 2 градуса уже точно есть. Тоже. На 4 вроде. У нас такие, как облака. Так, вроде солнышко и вроде облака, не поймешь. Так, Ваня в сталкер играет. Понятно, Вань. Так, я на красном, ребята, если что. Да мы тут за городом встаем. Да, да, за городом. Подождите, потому что за мной, по-моему, еще там кто-то едет. Я еду. Ага. Слава? А Саня Городничев сидит, урок ждет. Вот оно, дистанционное обучение, ребятушки. Вот, Санек 55 карту делает. Это уже хорошо. Привет, Петр. Привет, спасибо за участие, спасибо за поддержку, да. Вот Илюшка стоит первый. Ну и что получается? А, да, пустые травы, конечно, смотрится странно, да. Так, 4-5. Ага, там Влад сзади. Александр, а еще кто-то есть? 1, 2, 3, 4, 5. По-моему, еще кто-то должен быть, а? Не-не-не, вроде все. Там иска-то вот этот, но он, наверное, просто как бы в этом, в табе, да? Фу, не в табе, а в этом, в дискорде. Да, в дискорде, в дискорде вообще-то там Ваня еще был. Он ушел уже. Угу. Так, ну и, по-моему, все тогда, да, ребята? Да, тогда поехали, что, выдвигаемся? Всем счастливой дороги. Спасибо большое. Благодарю, Паш. Пожелаем нам всем, да, хорошей дороги. Ник Имер. Привет. Благодарю тебя, да, спасибо за поздравление. Я 90 еду. Так туда, тут не разгонишься. Вот, ребята, мы выехали. Приветствую вас на канале Большой Груз 53 Рус. Так, выехали вот от этой игры, Петр, все плакали? Катовицы, Польша. Чё-то я такую игру, слушай, не знаю. Какая заправка кому нужна? Груз у нас взят. Дефолтная версия Финляндии есть? Ну, не знаю. Финляндию, ну, город если Котка. Всем, то всем заезжать, конечно. Ну чё, заедем тогда? Идем, идем. Кто знает, на дефолтной версии есть Финляндия? Нет. А, Коля говорит, знаю эту игру. А я, допустим, не знаю, ребятушки. Без DLC, если у тебя DLC нет дополнения, то ее нет. Да, едем, заправимся тогда. У меня показывает, что у Паши трактора нет. Чего нету? Трактора. Так, так ты только у себя видишь, а больше ни у кого нету. А-а-а. Да? Все так видят. Да, все. Только все. Интересно, почему вот это вот так, да? Ну как в тот раз-то с прицепами, так же вот.
видели только с чатом. А я, наверное, забыл вывести его, да? А я забыл, наверное, вывести его, ребят, точно. Да. Так, давайте-ка я вот здесь приостановлюсь. Ребята, там подождите, я сейчас. Да, мы стоим тут на обочине. Техническую проблемку решу. Я забыл просто вывести его. Да, да, хорошо. Я забыл его вывести. Так. А сейчас вы через рестрим или шеп-чат? Нет, нет, просто чат. Чат забыл вывести. Так, ну-ка. Угу. Все, есть так, такое ехать дело. Нам 1524 часа, да. Угу. Илья, ты можешь хорошо ехать. Да едь первый. Саня Спицын, привет. Благодарю тебя, да. Так, посмотрим, как пойдет. Благодарю. Все, поехали, ребят. Жалко, сегодня Ваня-то нет, соперничать-то нет. Поехали, поехали. Поехали, поехали, да. У тебя ман побыстрее стартует. Да нет, как же постарел-то? У меня сегодня совершеннолетие, Коль, ты че? Мне сегодня 18. Не будем говорить, что плюс 40 еще. 18 мне, уже поцелуй меня. Да, хоть где. Привет, Юра, да, спасибо. Спасибо. Тебе тоже всего самого хорошего, всего самого доброго. Благодарю тебя, дорогой мой. Дима, привет. Дима, привет. Кстати, мне очень понравился твой ролик по поводу карт. Отлично, вообще, вот так и продолжай, да. Очень понравилось. И вот, действительно подобрал такие хорошие слова. Я говорю, не отнять, не прибавить ничего. Вот действительно так. Очень понравился ролик. Да, кстати, я ж веб-камеру заменил. Да, потом посмотрим. Ты да. Поставил уже, да? Да, уже поставил. В 3000 она мне обошлась. А? Камера Logitech. Full HD. Почему сегодня, Вань? Ну ты почему так обижаешь ты меня? Я ж всегда модный, ты видишь какой? В тренде. Есть кто? Есть Санек 55, ребят, спрашивает, может кто конвой знает. Есть те, кто работает с Giant Edition. Помощь нужна. Знакома, нет, программа Giant Edition. Я даже такого слова не знаю. Я, кстати, первый раз тоже слышу. А ты думаешь, что-то с изображением что-то случилось, да, Коль? Вот, теперь Full HD идет. Это подарок на день рождения, сам себе подарил, да? Да, сам себе подарил. Как анекдот спрашивает, говорит, ты что жене подарил на день рождения? Я, говорит, ей ружье, а она себе. А, она тебе. А я... А, нет, как же там? Ты что, говорит, жене подарил на день рождения? Я, говорит, ружье, а она тебе на день рождения, она мне шубу. Все правильно? Да, да, дедушка в тренде, да, Коля. Вот Санек говорит, что это программа для создания модов фирмы симулятор. Ну, видишь, это знает только тот, кто действительно да, занимается модой, кто работает с ней. Да. К сожалению, среди нас, видимо, таких не наблюдается. Уходим направо. Ага. Направо, понял, принял.
А я все, Александр, убавил все эти, что попробую. Mm-hmm. А то эхо идет от Дискорда, даже на Дискорде убавил эти самые. Ну, надо, это, Паш, надо разобраться, это где-то действительно что-то с настройками. Потому что, вот, допустим, вот ты первый ролик добавил, который, да, вот со стрима. Ага. Там, в принципе, нормально звук шел. А потом что-то ты где-то прикрутил, да. Вот надо просто смотреть, где чего ты накрутил. Теребонькаем, Андрюха, да. Заправка пока никому не нужна. Да мы заправлялись. Саня, что с авторскими правами? Песня? Так, Артём нам сообщает, что сегодня день специалиста по радиоэлектронной борьбе вооруженных сил России. О как! Это вам не хухры-мухры, это вам не шубы в бруки заправлять. Ну да. И не фигушки воробья пока. Не знаю, я постоянно включаю. YouTube предъявляет, конечно, авторские права, но не блокирует. Тем более сегодня такой день, можно вообще на всю катушку. То какой день-то он, в принципе, Паш-то? Обычный день. Ну да, это когда там возраст такой, кажется, о, день рождения там. Да. А сейчас? Так, не понял, сейчас Ваня или Петя? Ваня или Петр сейчас? Что-то там поставил, какую-то музычку. Спасибо. Спасибо, благодарю, ребят. Совхоз Мичурина. Ну, как говорится, как корабль ты назовешь, так он и поплывет, да? У кого какие предположения есть, спрашивает Санек 55. Как назвать карту? Вот он думает назвать ее совхоз имени Мичурина. Как назвать карту совхоз имени Александра Ляхова? Ну, при чем тут Александр Ляхов? Где ферма и где Александр Ляхов? И чего? Левую полосу сажаю. Это Петр, наверное, поставил, да? Петр, спасибо. Только я что-то ничего не слышу. Держимся левее. Ага. Не-не-не, ребята, я не претендую ни на какие названия. Да, спасибо, Петь, да. Так что вы, пожалуйста, меня это. Не сувайте никуда. Спасибо, да, спасибо. Не-не-не, Санек, ни в коем случае, нет. Пожалуйста, ради бога, только не это, да. Яваскрит, привет. Замечательно дела, да. Конечно, конечно, понравилось, конечно. Конечно, понравилось. Так что спасибо, благодарю тебя, дорогой мой. Так, на светофоре уходим налево. Понятно, принял. Так, Слава, привет. А ты чего сегодня не с нами? Вот по кнопке делать, я тебя догоню. Спасибо, Слава, за поздравления. Тебе тоже всего самого хорошего. Благодарю. Николя поставил музычку.
Спасибо, Костя. А у вас музычка сколько стоит поставить? Давай, Саня. 20 рублей стоит. Я яхту везу. А, так ты едешь? Ты здесь, что ли? А где, почему я тебе... Ты в конвой? Красный горит. А чё ты в Дискорд не заходишь, Слав? Клементий устал? Ну так чё, пора отдохнуть, значит, раз устал. Вот Илюха меня обогнал. Вот и хорошо, что у бабушки, да, Ваня? Ай, ты за мной едешь? Понял, Слава. А чё ты в Дискорд не заходишь? Так, красный, Слава, тормозим. Там на кассе, там на кассе не тает, да? А вот что-то говорит, я не... Это, очень тихо почему-то не слышу. Так, Артём Баксаров говорит, сегодня день защиты от экологической опасности в России. А, с микрофоном проблема. Понятно, понятно, Слава, да. Понял. Мотоканал, спасибо, благодарю. Клементий, дела замечательные. Чего я тебе желаю, да. Замечательные дела. Близится лето, весна, тепло, солнышко, пляж и прочее, прочее. Все, все впереди. Все самое вкусное, все самое сладкое. Я понял, да, Слава? Понял. Да, к сожалению. К сожалению, конечно, да. Поэтому и говорю, ты вроде бы, я, по-моему, слышал твой голос несколько раз, да, но практически ничего не понимал, что ты говоришь. Было такое дело, да. Вот, ребята, идем мы. Так, Слава, красный, тормозим. Идем на Финляндию. Ну, едем в Финляндию, в Котку. Так, зеленый загорелся, едем дальше. Связь у нас по Дискорду. Максим Сырцев. Впереди. Едем в Финляндию. Идет. Город Котка. Так, ребят, что-то мы со Славой здесь отстали, вы притормозите там. Там два на обочине. Угу. Потому что я даже на навигаторе вас не вижу. Сейчас будем ждать своих. Спасибо, Коль. Благодарю тебя, дружище. Все, поехали, поехали, ребят. Вон, да. Нас догнали. Юра Балакирев, привет. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо, благодарю тебя. Тебе тоже всего самого-самого хорошего, да. 5 машин, идем. Садек 55, говорит, лето посевная. Пахота, культивация. Ну вот кому что, видишь, а мне пляж. А мне пляж. Еще люблю просто в лесу. На какой-нибудь поляночке, лужаечке посидеть. Чаек или кофеек попить. Красота. Первый сервер, Максим. На первом сервере. Благодарю, Юра, да? Благодарю. Тебе всего хорошего тоже. С
Сейчас да. Сейчас опасно. В мае самый у них такой опасный период. Вот в мае будет. Они как раз очень активны в это время. Клещи. Только на данный момент как отмечать день рождения? Сегодня с моей любимой женщиной просто дома посидим. Потому что ну никуда не поедешь сегодня. Так обычно мы вот здесь у нас была уже традиция, мы отмечали день рождения в кафе, которое называется Корюшка. Это в Петропавловской крепости. Там, значит, стена прозрачная, да, ну или можно сказать большая-большая витрина. Очень красивый вид на Неву, на Зимний дворец. Вот там у нас была, так сказать, традиция отмечать мой день рождения, но вот сегодня, увы, не получается. Артем, 150. Идем на фотку. 155 лет назад умер 16-й президент США Авраам Линкольн. Линкольн. Так, Санек, 55, на культивацию выехал, одни леса пока сменят. Это да. Да, спасибо, Юра, да. Обязательно, Юра, передам от всех подписчиков привет, да. Впереди опасный поворот. Да, на навигаторе вижу. Точно есть такое дело, сбрасывать надо. Я на 90 пролетел там. Вот сбросить немножко. Там даже знак висит. Да. Все, за поворотом отмена всех ограничений. Все как полагается. Илюха говорит, я как шел 120, так и говорит это. Ага. В реальной этой жизни ты бы не пошел так. Да, да, да. Это мы тут ездили в деревню-то с сыном. Ага. Дочка получила права и поехала в деревню. Я говорю, ты хоть там аккуратнее, но выезжай утром рано, чтобы пока дорога пустая, ну, проехала спокойно трассу. Ну, звоню в деревню, говорю, как? Да, нормально. Я говорю, сколько шла? 120. Я говорю, а в деревнях 120. Удаёт, а? Я говорю, ну да, но это давно было. Я говорю, что-то. Ну, может, конечно, не 120, на девятке там 120-то это... Не развить было. Но ей казалось... Не знаю, Юра. Не знаю, по-моему, нет еще, да. Так, Паша сзади, там, возможно, обгон сейчас. Внимание, внимательнее. Спасибо. Конечно, он на таком повороте не удержался бы, да. Выбросило бы с трассы центробежной силой, конечно. Ребята впереди, смотрите, на обгон он идет всех. Илюха, понял? Да. Я его в горизонте-то не вижу. Ну, сейчас вас догоним. Слава, так мы же и так стараемся ездить-то без этого, без DLC. То есть мы смотрим, у кого... меньше всего DLC и едем вместе, чтобы ехать нам, да? Стараемся вместе ехать. Так что я думаю, что проблем-то нет в этом. То есть тот, у кого меньше всего DLC... Красный, притормаживаем. Тот, у кого нет DLC, тот выбирает груз. А мы все остальные уже подстраиваемся под него. Серега, канал Автобат. В канале удачной дороги.
Так, Юра Балакирев передает всему конвою привет. И наилучшие пожелания. Давай за городом подождем, а то их не на светофоре. А вы там сейчас за город выходите и за город. Вы там все где находитесь? Португаль какой-то. Привет, Миш. Спасибо, дорогой мой, да, благодарю. Короче, я тут отстал конкретно. Я тут вылетел. Спасибо. Интернет. Тебе тоже всего самого хорошего. Ну, мы тебя подождем. Слышите, самое да? Самое главное, 7 футов, да, чтобы было. Да, да, да. Точно. Привет, Миша, спасибо, благодарю тебя. Это я уже вестерном. Встаем, ждем. Так, что там, Слава, где? Он подотстал, говорит, и кто-то там. Кто последний шел? Вот Слава за мной шел. Вот он. Его вроде выкинуло там что-то. Ага, ну давайте немножко постоим. Подождем. Вот Слава что-то говорит, вообще ничего не слышу. Я попробую, может, прибавить как-то, что ли. Так, а его и нет уже там. Он Леонид Власов, который. А, вот он, точно. Вот, да-да-да-да. Не, у меня он это... Полная громкость, вообще на 200%. У меня тоже. Солнце стоит. Так, Санек сообщает, если кто-то еще на 15-й фирме играет, может потом карту скинуть, если нужно. Не, они играют. Кто не играет? Да. А вот там первым у нас кто стоит, интересно? А там какой-то Макс 22 Рус. Чтобы я не показывал. Вот этот самый подписчик был у меня, есть, вернее, да, Марк 2 Вин. Это не он, интересно? Так можно по рации спросить. Марк 2 Вин. Марк 2 Вин. Это ты? Макс 22 Рус. Ты с нами идешь? Я понял, Слава, уже, да. Просто я увидел, обжал там, да. Понял, что это ты, да. Так, Артем Баксаров говорит, что сегодня, 255 лет назад, умер основатель МГУ Михаил Ломоносов. О как. Кто-то там едет. Так, ну вот кто-то, да. А, вот сюда. Я подъезжаю, у меня интернет шалит, как всегда. А, Влад, это Влад. Понятно. Ну и чё, по-моему, тогда собрались, от Славы где-то нет. Слава тоже, видимо, где-то еще, да? Мы можем подождать. Давайте. Можно вообще на перерыв сходить. Давайте немножко постоим. Так перерыв-то еще вроде бы как рано. Да, было бы час хотя бы прошел бы. Да, мы полчаса всего, да. А он самый первый стоит, елки-палки. Это он самый первый стоит, он сменил этот ник. Раньше у него Пекер был. Сейчас он сменил ник. Так, все, тогда пошли, ребята? Да. Давай, Слава, трогай.
Это который идет с прицепом, да, вот этот? Да, это вот и есть слава, да. Билл Геймс, привет. Спасибо тебе, дорогой. Благодарю тебя. Спасибо, Юра. Да, вот такой вот сегодня крутой конвой собрался, да. Крутая колонна. Прибавляйтесь, добавляйтесь. Добавляйтесь, конечно, да. Заправка кому нужна? Да мы же вот заправлялись, ты чё, Илюха? Да нет, вдруг. Ну, ты чё, нет? Вдруг бывает только... Чего? Пук. Пук. Завтра будет карта в Мадранер, очень интересная, которую предложил сам автор этой карты, да? А, вот, к сожалению, я сейчас вряд ли вспомню, как она называется. Фишка этой карты завтра будет в Мадранере то, что там не будет грузовиков. Там без грузовиков нужно будет развозить лес. На буханочке. Да, там лазики, вот головастики будут. Нива будет, по-моему, еще что-то такое. То есть вот такие вот машины-то. Но не грузовики. А, вспомнил. Да это самое. Таинственная Карелия, по-моему, она называется. Надо будет глянуть, посмотреть. Да, завтра обещает быть очень интересная карта, да. Я нет, не начинал читерить, нет, Коля, я вот знаешь, я против читерства. А где читерить-то, в игре в этой? Я против читерства, да, ну вот, не нравится мне, да, вот когда накрученные машины, прописки сделаны на эти машины, там, допустим, много очков они перевозят, там, прочее, объемные баки у них там, топливные и прочее такое вот все. Это, конечно, не нравится. Я против этого. Да, карта должна быть интересной, да, Миша? Что-то Михалыча нет сегодня. Да, к сожалению, вот так, да, Коля. И, причем я всегда говорю, ребят, ну не надо это делать. Так вот. По-хорошему, по-человечески, да? В выходной, наверное, больше народу будет. Наверное, сейчас, да. Сейчас кто работает? Вот слушай, знаешь, Паш, сегодня утром повез любимую женщину на работу. Такое ощущение, что никакого карантина уже нет. Да? Все вернулось на круги своя, понимаешь? Движение точно такое же, как всегда. Сегодня уже было. Ну, у нас вот губернатор наш еще сказал, сидите. Лучше не выходите из дома. Угу. По мере надо. Как-то вот так. Михалыч сказал, что на полчасика, наверное, задержится. Но вообще полчаса прошло. Значит, сейчас, наверное, зайдет. Валькирич на работе, наверное, Коль. Автосила. Автосила говорит, у нас все пусто. С 8 утра дороги пустые. Это где автосила? Притормозили мы, ждем вас. Артем, иди вперед, вперед меня, обгоняй пока. Да, Logitech, мама, 900 градусов у меня, да. Ну, вот у тебя 270, у меня 900. Обходите он, да. О, Михалыч появился, привет. Миша говорит, у нас дети бегают гулять. Нет, народ ходит сюда. Нет, детей нет. Вот, допустим, у меня во дворе уже детская площадка, она пустая. Нет никого. Михалыч пусть нас догоняет. Все дети, потому что... Да, переделал, конечно, да. Переделал. Уже года два езжу вот на переделке.
Ну ты же вот на камере видишь, как у меня, да, вращается руль? То есть это явно не 270. Потому что я бы им совсем практически не вращал бы, да? Движение прямо. Да, Коль, ты меньше смотри эти все сообщения, информацию по этому делу. Понял. Так, сегодня исполняется 255 лет присоединения Литвы к Российской империи. Да сколько-то там... За сколько ефимков он, Петр Первый, говорит, купил, да? Купил Литву? Да. По моде одет? Я по моде одет? Да просто рубашку свеженькую одел еще вчера, по-моему. А вы только сегодня заметили. Вы чего, ребят, по какой моде такой? Почему больно резко поворачиваешь? Так, камера новая, да. Full HD. Logitech. Ё-моё. Чё там такое? Да, ну, блин. Бывает хуже. Так, притормаживаем, тут авария маленькая такая. Это у меня фура-то не едет, надо назад. По-моему, это встрял. Никак, ни туда, ни сюда. Ну вот. Почаще надо смотреть. Чего там есть в компьютере-то, да? Дима, привет. Чего нового? Ну, чего нового? Вот едем в Финляндию, в Котку. Везем экскаватор вот такой. Экскаватор-погрузчик или как? И экскаватор-бульдозер. Экскаватор-бульдозер. Илюха, это ты как-то туда влез-то? Илюха слетел. Да. Понятно. Как же ты так? Скорость не скинул. Да, Макс упал, короче. И, типа, врезался, я бы. Типа я на обочину сижу. Ну и чего, не получается выехать? Вообще нет. Попробуй сейчас траву отцепить. И прицепить. Да, да, попробуй траву отцепить, потом вот поменять, так сказать, градус, да, то есть встань правильно на дороге, подъедь и боком, прицепи траву. Да, бок. Этот уже едет, специально. Может быть, что-то получится. Вот он сейчас еще немножко подправил. И пробую опять цепляться и выезжать. Блокировочку не забудь включить. Да. Вот, все, пошел. Пошел. Спасательная операция. Спасательная операция. Скамейки проходимость не очень. Нет, слава, благодарю. Миша делает замечание. Таранить нужно при включенной аварийке. Так, автосила. Ждем Макса. 900 рублей купил. Да, надо подождать, а Славу. Притормозите немножко. Так, за 900 рублей купил, капец, получил обратную связь в игре. На Коська трясет. Илюха, встаньте там на обочину. Неплохой руль, да. Вот этот Logitech Mama. Вот я, конечно, не советую. Советы давать, знаешь как, советы могут давать только враги и дураки, да? Я рекомендую тебе просто попробовать. А сейчас слушай. 900 градусов. У меня скамейка на получишь еще больший кайф. На баллоне ездит, на газу. Получишь еще больший кайф. А это сзади не газ.
Вот я говорю, я уже года два, наверное, вот езжу. С 900 градусами. А как лучше, поднять ось переднюю или опустить? Кого поднять? Ну, вот про ось говорит, про подъемную. Типа, ну, у меня два колеса передних поворачивают, а два нет. Все, поехали. Сегодня у Пугачёва день рождения, а у Бориса. Ну, ё. По ретро-ФМ сказали. Угу. Нет повода не выпить. Артём, сегодня 65 лет назад в городе The Plains, штат Иллинойс, открыл свой круг, открыл свой первый... А, Макдоналдс первый, да? Историю вспоминаю. Очень интересно, очень интересно, Дима, да. Я же говорю тебе, пора сценарий тебе писать. Это ж приключенческое кино может быть, понимаешь? А какой у него канал называется, надо глянуть? Александр. Вань, спасибо, благодарю. Илья, ты про кого спрашиваешь? Про что? Про Даню канал. Вы видео смотрели. Который, не понял, про что, какое видео? Ну вот вы у Дани видео смотрели, говорите, хорошее видео, типа мне добавили. А, Дмитпад. Дмитпад. Запомнить будет. На видео потом посмотришь. Магомед, привет. Магомед каждый день смотрит. Спасибо, Вань. Забыл убавить. А Миша напоминает, что в этот день, 15 апреля, Титаник утонул. Так, держимся, да, левее, левее. Дело. Как в Питере развилки эти в Москве. Так, конвой, всем привет от Магомеда. Ему привет. Тоже. Тоже. Так. Детсадовский шансон. Нет, я на диджея явно не это самое, не подхожу на роль, Миша, да. Я обязательно что-нибудь запорол бы. Егор, привет. Давно его не заходил. Рад очень тебе, да. Спасибо, благодарю тебя, да. Тебе тоже всего самого хорошего, да, всего самого доброго. Александр, будем через Питер приезжать, может к вам в гости заедем на чаёк? Давай. А мы через Питер идем? Мы через Питер. В Финляндию. Почему? Мы, может, по Ровому там пойдем? Нет? Ну, у нас там, по-моему, переправа будет, да. Мы, наверное, через Сталин. Да, скорее всего, переправа будет. Да, ничего, так фильм хороший, да. Можно посмотреть. Согласен. Спасибо, Дима, да, спасибо. Поворот направо. Юра, спасибо, да. Спасибо от души. Благодарю тебя, дорогой мой. Так, Bill Games, не подскажете, что за баг? Так, Автосила подписался. Добро пожаловать на канал Автосила. Первое слово я только не могу прочитать, не знаю, что это такое, как называется. Добро пожаловать на канал, да. Надеюсь, будем с тобой общаться. И очень по-доброму, да? Ваня, чего вы там опять ругаетесь? Чего такое-то опять у вас там?
Что такое у вас там получилось-то? Не надо матов, да, конечно. Ну, мы в общественном месте находимся вообще-то, ребятушки. Не надо матов. Так, что там опять? Я в стоп влетел. Илюха, ты как так-то? Ты что, дорогу не видишь? Или тебе мало дороги? Нет, дядь. Назад посмотрел, где и в стоп. Он до 4 часов уже делал машину-то. Ты, может, засыпаешь там? Засыпаешь. Дремлешь? Я раз так уснул в это самое в игре. Говорит, да ну не может быть, чтобы в игре уснуть. Я говорю, когда день отработаешь, а потом. Да. Но я еще когда ужинал рюмочку, и меня что-то это так. Я просыпаюсь от сигнала, думаю, а я как раз в мультиплеере был. Ага. Думаю, да что такое-то? Поплыл, короче, да? Да, так хорошо. Не, ну, не, шуткуйте, шутковать-то шуткуйте, только без матов, давай. Мы, говорит, матом не ругаемся. Мы, говорит, да. Разговариваем. Написали тебе, Александр, стрим заблокировали тебе. Так, наверное, из-за этого, может быть, что они там ругаются? Не знаю. Че, не идет, что ли, стрим? Ну, нет, не идет, заблокировали. Нет, не идет, вот. Я на телефоне смотрю, сейчас плевалось все. На где-нибудь встать будет. Давайте посмотрим, что там такое. А да? Вон заправка, перед заправкой, там на заправке. Ну вот давайте как раз заедем и это. Потому что вот в ВБС, я смотрю, в ВБС у меня трансляция идет. Да не, в ВБС это да, а на Ютубе можете показывать. Ну я как раз звонок сделаю, а то у меня 3 пропущенных уже. Ну и как раз почти час прошел, и мы как раз это. Заезжаем. Сейчас посмотрим, что там такое. А что со стримом, я не могу понять. Я не знаю. Я говорю, заблокирован, говорит. Все идет. Сейчас посмотрю я. Сейчас посмотрим. Что там получилось? Есть совпадение с чужим контентом. Это с каким, интересно? Эфир закрыт, поскольку мы обнаружили в трансляции нарушение принципов сообщества или контент, защищенный авторским правом. О, как. Из-за музыки, может. Наверное. Новый создай. Да, сейчас тогда перезапущусь. Здрасте. Очень странно. Здравствуйте, как у вас дела? С днем рождения у вас. Спасибо. Спасибо, благодарю тебя. Сейчас где? Мы едем. Вот мы с Котовицем въехали. Посмотрите там, я сейчас с этим со стримом занимаюсь. Этот стрим заблокировали. Меня. Мы в районе Паневежес. Угу. Сейчас так. Попробую перезапустить стрим. Я 5 секунд. Пока вы там запускаетесь, я ага, позвоню. Давай, давай. Ага, давай. Сейчас скажу, где мы едем. Подъезжаю. А ближайший город какой будет? Интересно. Ближайший? Рига. Александр, мы будем проезжать, знаешь где? Через Сталин паром, да. Ну можем через пути проехать. Да, видео удалено, да. У меня написано, видео удалено. Продолжение следует, спасибо за просмотр. Да. Сейчас будет вторая серия нашего путешествия в день рождения Александра Ляхова.